Затем в разное время создавался разный текст. Известно около 4 вариантов на русском языке. Также есть это произведение на французском, сербском, украинском и других иностранных языках. А это будет исполняться в сопровождении фортепиано, и вообще у нас сейчас хор поет только в сопровождении инструмента. Хоровое исполнительство существует в 2 видах. Это акапелла и сопровождение. Акапелла дословно переводится как в часовню, то есть пение без музыки, когда у нас других инструментов, кроме нашего голоса, нет. А мы сегодня вам все исполним в сопровождении фортепиано. Партия фортепиано, студентка Московского государственного института музыки имени Шнитке, лауреат международных конкурсов Лейла Сафина. По долинам и по взгорьям. Комсомольцы. И в этом произведении должна была быть одна протяжная тема песни, которая бы объединяла все 4 части. По воспоминаниям самого композитора, он сочинил эту тему совершенно случайно. Приехали. Будучи на даче у друзей, ему она как-то сама пришла в голову и напоминала собой народную песню. Так родилась известная песня «Степная кавалерийская», она же «Олюшка Поля». Особый успех выпал на долю Полюшка во время выступления ансамбля Александрова в 1937 году в Париже. По воспоминаниям очевидцев, весь зал всколыхнуло, а мы, русские, так прямо плакали. А теперь, как соберемся вместе, напеваем Полюшка. Ведь вся Россия в этой песне старая и новая, вся русская слава. Продирижирует это произведение хормейстер хора Залетаева Софья Андреевна. Yeah.
заметить хор смешанный, это значит, что в нем присутствуют женские и мужские голоса. Поэтому мы занимаемся иногда все вместе в этом зале, иногда раздельно, например, женский хор. В этом классе мужской хор, наверху есть также кабинет с инструментами, поэтому у нас, конечно, есть хормейстер, да, для того, чтобы как раз хор поделить на разводные репетиции. Во время Великой Отечественной войны в Москве существовал ансамбль песни и пляски войск НКВД, второй по известности после ансамбля Александрова. Он отличался, в частности, тем, что они готовили театрализованные постановки, где все песни были связаны одной сюжетной канвой. Руководил этим режиссер Юткевич. И вот в 1945 году к Новикову и Ашанину обратился режиссер с просьбой написать такую песню о войне, которой еще не было. Тогда авторам казалось, что все, что уже можно было написать, уже написано и исполнено. Но их заинтересовала тема, которая была весьма скупо сформулирована – «Под стук колес», а в скобках значилось «Солдаты едут на фронт». Эх, дороги! Thank you.
народные песни, в основном русские народные песни. Это очень важная часть для любого хора, потому что в нашей стране хоровое искусство берет свое начало прежде всего от фольклора, от русских народных песен, затем от церковного пения. И программа подобрана специально. Вот сейчас у нас очень известные произведения, потому что хор у нас любительский. В нем участвуют люди, не имеющие специального музыкального образования, вокального или дирижерско-хорового. Поэтому все сейчас составлено так, чтобы это были весьма известные произведения, которые у многих на слуху. Конечно, мы в дальнейшем будем готовить что-то уже более сложные и чисто хоровые произведения. Сейчас вы услышите русскую народную песню «В темном лесе» в обработке на три голоса, где одна партия – это мужской хор в унисон, и женский хор поделится на сопрано и альто. Продирижирует хормейстер нашего хора Софья Залетаева. Ни молоденького, как бы мне там надо ворона
колядку «Добрый вечер, Тоби». Она имеет аналог в русском языке «Добрый тебе вечер, ласковый хозяин». Петь мы ее будем с украинским текстом. Сейчас я вам скажу короткий перевод на русском. «Добрый тебе вечер, ласковый хозяин, радуйся, земля, Сын Божий родился. Застеляйте столы коврами и кладите на них калачи из яровой пшеницы, ибо придут к тебе три праздника, а из них первый – Святое Христово Рождество». Это мы исполним уже в завершении нашего концерта. Я благодарю вас за внимание и желаю, чтобы в оставшийся до Нового года и Рождества месяц ваши дома посетила радость и настроение предчувствия Рождества. Добрый вечер, Тоби, Пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Сын Божий народився, застилайте столи та все килима. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, вы можете задать их сейчас.